на левой, правой стороне и перехожу уже к основной части, перехожу работу со средствами. Значит, средства здесь применяю гантели. Переход. Значит, даю там 30 секунд работы с гантелями, 30 без гантелей. Но требую от учеников максимально быстрой работы с гантелями. Почему? Потому что до конца еще никто не изучил нашу скорость и как она может развиваться и куда она может дойти, еще никто не знает. Каким весом? Какой вес? Значит, до 60 килограмм там, я даю 0,5. До 80 уже 0,7, уже свыше 81 даю килограмм. Вот мне хотелось показать ряд упражнений. Ну, даю работу на мешках, это удары, одиночные, сильные удары, двойки, тройки, повторные атаки с акцентом на какой-то удар, на последний, на второй удар. Дублирую переднюю рукой. Задача из ситуации работы левши. Душа постоянно хочет. Задача левши постоянно заходить за его руку, наказывать. И вот из этой ситуации я даю как бы упражнение. Поддавливая, постоянно держать напряжение, прошу. Сколько упражнений при таком круге? Ну, я даю, у меня в основе
давайте по бокам.